Всем привет, друзья! Сегодня по традиции выходного дня мы в очередной раз выбрались исследовать заброшенный объект, который находится под Одесской областью, а именно под городом Ильичевск. Это заброшенная птицефабрика. Общей площадью порядка 20 гектаров, на которой есть заброшенные ангары, высотные здания, темные подвалы, ну и, разумеется, конечно же, лаборатория. Самое интересное. Что касается территории, территория по сути заброшенная, не охраняемая, но тем не менее иногда появляется охрана. Так что будьте бдительны. Мы поднялись на крышу самого высокого объекта, который есть на этой территории. Это даст нам возможность осмотреться и понять, куда нам надо идти дальше. Погнали. Пойдемте, ангар. Пока направлялись к одному из ангаров, почувствовали такой ядреный запах. Не знаю, то ли нафталина, то ли какой-то химии. Не скажу, что хочу прям туда заходить, но мы буквально зайдем, не знаю, на минуту, на две это максимум, потому что вонь стоит именно ядреная. Идем в разведку. Насчет вони не соврал. Воняет действительно так, что разъедает глаза. Пойдем по-быстрому. В общем, некоторые так и остались храниться в деревянных ящиках, положенные такой вот соломой. Может, получится просчитать. Йод, N-гликоль. Я надеюсь, это не радиоактивный йод. Полные бутылки йода. Кстати, вот он, по-прежнему остался.
Камфорный спирт разъедает глаза, блин, больше, чем серная кислота. Пошли отсюда. Соблюдайте тишину. Не хлопайте дверью. Вот оно, то самое место, где готовили будущих водителей. Этими партами они отвечали, да или нет. А здесь уже высвечивался правильный ответ. Вот это, если не ошибаюсь, журнал техобслуживания автомобилей. Ну, может, путевые листы тут еще выписывают. Точно не скажу. Право двигаться в лаборатории. Конец 80-х, начало 90-х, еще толком никто не знал, что значит слово ГМО. Поэтому использовались различные биологически активные добавки. Какие именно использовались химические соединения, мы сегодня постараемся узнать. Thank you.
К сожалению, у нас разрядился аккумулятор, но это не значит, что вы не можете сами приехать и осмотреть все более подробно. В одном из своих постов в Инстаграме я как-то рассказывал по поводу мистических, скажем так, влияние заброшенных мест, и что рано или поздно остается твое снаряжение, именно здесь ты его теряешь. Поэтому я ввел для себя небольшую традицию, это оставлять небольшую дань. Но в этот раз это 50 копеек, так сказать, маленькая плата символичная.